21 марта в 13:00 в компьютерной академии «ШАГ» пройдет день открытых дверей. Посетители смогут ознакомиться с IT-индустрией, ее перспективами и темпами роста, уровнем оплаты труда IT-специалистов, требованиями для их успешного трудоустройства. В рамках мероприятия состоится презентация образовательных программ, компьютерная графика и дизайн, разработка программного обеспечения, сетевые технологии и системное администрирование. Перед гостями выступят ведущие преподаватели по основным направлениям обучения, а студенты компьютерной академии представят свои работы.